Джонс, после многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов, и разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Все на куски разваливается.
Отключу. Наверняка впереди выход. Или нашел. Приходи, когда закончишь. Не осталось починить затворы, можно валить отсюда. Давно пора. Надоело спать на скамейках. Уже шорохи всякие мерещатся. Собственной тени боюсь. Короче, возвращайся скорее. Thank you.
хочу подать жалобу. Жалобу этому... Короче, самому большому начальнику. Меня звать Зак Уотсон. Уотсон! Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. К нам на станцию пробралась какая-то хрень. И ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери замерли. Спрятались и сидят. Мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди. Я замерз уже, как цуцик. Мне это нужно больше, чем тебе. Допрашиваемого Хайст. Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Тернер. Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится.